Высокоскоростные планы в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 обсудил губернатор Николай Меркушкин с начальником Куйбышевской железной дороги. Приоритетная задача – быстро и качественно организовать транспортную инфраструктуру. Будет запущен целый ряд проектов в этой сфере. Один из самых глобальных касается интермодальных перевозок. От Самары через Курумыч до Тольятти и обратно будут ходить скоростные электропоезда. Время в пути сократится почти в два раза, затраты порядка 6 миллиардов рублей. Уже определен план совместных действий по привлечению средств из федерального бюджета. У нас уже есть проработка по строительству интермодальной линии Самара-Тольятти. В принципе, это существующая ветка Самара-Тольятти и Самара-Курумыч. И с учетом строительства нового аэропорта продлевается и она до нового аэропорта, и плюс еще делается выход из направления от аэропорта к городу Тольятти, с тем, чтобы был прямой заход сразу поездов как с Тольятти, так и из Самары. В планах также соединить Тольятти и Жигулевск. С такой просьбой жители обращались к губернатору. Николай Меркушкин пообещал оказать необходимую помощь. Для этого необходимо включить этот маршрут в госзаказ правительства области. Во время встречи затронули и вопрос государственно-частного партнерства. В марте откроется новый детский сад на 245 мест в Кинеле, который строят железнодорожники совместно с областным правительством на условиях софинансирования 50 на 50. В этом году завершится реконструкция вокзалов Безенчука и Чапаевска.